лето во дворах. Да. Вот представляешь, почему называется солнце стояник? Можешь объяснить? Нет. А потому что солнце что делает? Стоит. Стоит. Понимаешь, такое ощущение, что оно встал и решил чуть-чуть вздремнуть. Вот почему солнце всегда изображает, что у него лучики отходят в разные стороны. Потому что он все освещает. Не только вот нашу землю, да? Но мы и освещает. Почему мы небо видим? Потому что его солнце освещает. Почему мы тучи видим? Потому что солнце освещает. Ясно, Богдан? Вот такое вот астрономическое явление у нас существует. Интересно же ведь, правда? Это что за желтый мячик? По лесам за нами скачет. Золотит лучом оконце, называет его солнце. Ну-ка, кто из вас ответит? Не огонь, а больно жжет. Не фонарь, а ярко светит. И не пепка, а печет. Солнце, совершенно верно. А вот смотри, какое солнышко мы можем нарисовать. Какой будем раскрашивать? Вот это с тучками ты хочешь, да? Ну давай. Бежало наше солнце. Давай, чтобы не бегало, вот так мы его прижмем или вот так. Чтобы, видишь, когда сильно не нажимаешь, получается серым цветом. О, да? Вот серый. Давай. Давай, сейчас я найду синий. Можно и голубые? Голубые можно, да. Голубые плюс синий. Ну, можно. Все сделать, да. Веселей, давай к нам, подходи. Здравствуй. Вот как, тепло. Будешь раскрашивать, да? Смотри, такое можно рисовать. Вот такое можно раскрашивать. Вот такое солнышко есть. Вот такое, давай. Странно этот праздник справляет. Ведь у некоторых народностей прям большой праздник. Ты думаешь? Нет. Знаете, кто в первую очередь справляет? Те народы, у которых солнце появляется очень редко. Это народы севера. У нас есть такие, которые живут около... Северная Корея. Вряд ли. У нас в России это народы севера, потому что они около Северного Ледовитого океана живут, на морях, да? А солнышко там редко бывает. Самый солнечный яркий день они исправляют вот такой праздник. Давай, знаешь, как тучки сделаем? Дождик. Не дождик. Вот смотри, они есть где-то посветлее, где-то вот прям темные тут, видишь? А где-то посветлее. Ага, сделаем такие. Летнего солнцестояния надо больше гулять и загадывать желания. Но знаете, когда желание исполнится? Когда? Если ты 12 раз перепрыгнешь через забор. А, ну тогда все, я пошел прыгать. Не ходи. Я умею. Желание я не загадал. Желание я не загадал. А желание загадал, пока до лавочки бежал, да? Такое желание загадал, что там, наверное. Ну там тоже кое-что вкусненькое. Вкусненькое. Немножко оранжевым, ладно? А ты раскрашу, я тебе здесь помогу, ладно? Я рисовала солнышко с улыбкой.